звезда дома на все случаи жизни. То есть нам больше не нужны никакие бутылочки для кухни, это для унитаза, это для ванны, это для раковины. Нет, теперь у нас все в одном, и все работает, как вы видели, с пятым водителем, за несколько мгновений. И стоит у нас новый обновленный объем 1 литр 990 рублей. Вы сегодня экономите только на нашем канале 1500 рублей. Цена производителя, видите, да, 2500. Но на нашем канале прямо сейчас 990 рублей. И опять же мы говорим о том, что это очень экономный и безопасный, экологичное моющее средство. Снова в эфире. Номер лота для заказа, еще раз напоминаю, 17428. Берите для того, чтобы вы экономили свое время, а ваш дом сиял чистотой. Абсолютно так. И ни в коем случае мы не должны с тобой бояться ни аллергии, ни каких-нибудь астматических проявлений, потому что и это средство от LG тоже на основе настоящей пищевой соды. Перчатки, что ли, не нужны? Конечно, нет. Вот, конечно, как так может быть? А мы сейчас все с тобой покажем прямо живьем. Невероятно. Пищевая сода, она полезна даже для организма. Согласна. И не учитывая, что компания LG пошла передовым путем, а мы с тобой знаем, что они используют соду и в косметике, например, для лица, и вообще чистые средства какие-то используют. Тем более мы рады встретить подобный состав и в бытовых средствах для чистки дома. Посмотрите внимательно. Мы сейчас сделаем все руками, все при вас, тем более. Да. Покажем все на тех самых поверхностях, которые чаще всего требуют у нас с тобой какой-либо зачистки. Давайте посмотрим внимательнейшим образом, как это работает. У нас с тобой две бутылочки в комплекте, мы будем показывать на одной. Одной хватает тоже достаточно надолго. Слушай, почему? Потому что у нас с тобой 500 миллилитров внутри одной бутылочки содержится. Я тебе покажу. Дозатор максимально удобный. Соответственно, для того, чтобы нам, например, очистить один чайник, который вот у нас здесь с тобой находится, нам нужно буквально вот столечко. Оп. И все? Все, достаточно. Потому что у нас с тобой концентрация достаточно высока. У меня сегодня просто шок от всего, на самом деле, что ты делаешь. Ничего страшного, переживешь. Советую тебе тоже использовать. Я уже все беру, на самом деле. Давайте посмотрим. Вот у нас с тобой чайник, значит, загрязнен. Да, это бывает, особенно если мы с тобой живем на даче. Да. И особо не размышляем. Если у нас большая семья, опять же, мы не успеваем это очищать. И вот теперь половину чайника я сейчас почищу, а половину не буду. И вот вы видите, что с одного проведения губочкой у нас с тобой жирные пятна просто пропали. Вот дорожка чистоты, которая прямо сейчас образовалась. Чайник обычно живет около плиты, да, поэтому любые брызги масла, любой жир, он весь попадает прямо на чайник. Вот теперь посмотри, я что делаю? Вот одна дорожка чистоты. Просто волшебница, а теперь слушай. Я закончу работу с этим чайником прямо вот так вот этой губочкой. Ты даже не трешь его, да, вот этой жесткой стороной, ты просто губочкой проводишь, как будто это какое-то обычное средство. Я тебе больше скажу, мне достаточно даже желательно вот такой вот тряпочки, а у нас с тобой есть сегодня, между прочим, еще вот такие помощницы, завершает дело наше чудо-тряпка. Раз, и идеальный чайник. Как будто только что из-под конвейера вышел. Великолепная работа. Причем, обрати внимание, у нас с тобой здесь и металл, у нас с тобой здесь и, конечно, пластик. И все прекрасно работает. И за сколько секунд? Даже минута не прошла, у нас уже все чистое буквально. Секунды 4, секунд 5, секунд 6. Ну, наконец, у нас появляется то средство, когда нам будет просто приятно находиться на кухне, потому что все это будет очищать. И вот, смотрите, плитой, что это такое вообще? Ты что на них готовил? Ты, наверное, карамель какой-нибудь, да? Вообще, моя предлагостая не доходит, однако. На самом деле мы с вами видим вполне себе банальную историю. Конечно, что-то убежало. Что мы с тобой должны сделать в такой случае? Конечно, прям мы сейчас чуть-чуть, с тобой... да? Немножечко, опять-таки, половину стороны. Смотрите, прям расползается все, вот это прям уже все начинает работать, я даже вижу. Вот, конечно, правильно, мы с тобой уже видим, как загрязнение вытягивается из поверхности плиты и уже даже попадает в распыление. Даже пена темнеет, посмотрите, желтеет. Именно так, и вот прямо сейчас мы с тобой будем вот избавляться так. прямо одним легким движением. Никакой губочкой. Вот этой щетки, к которой мы привычны были. Вот, видишь, где у меня жесткая сторона губки, я ей не пользуюсь. Я пользуюсь мягкой стороной губки, потому что я хочу, чтобы моя плита прожила долго. Поэтому я не буду злые абразивы использовать. Конечно. Я буду пользоваться только вот этой великолепной пеной. Посмотри, я сейчас снимаю уже первое загрязнение вот этой вот губочкой. И посмотрите, у меня уже пол плиты меняется на глаза. Да. Усилий особых я никаких не прилагаю. Работаем без перчаток. Вы видите мои пальцы. Никаких проблем мы с тобой не испытываем. Слушайте, ну все прекрасно знают, как очистить плиту. У меня есть специальное средство, я его покупала
канала. Я вообще пользуюсь, всех выгоняю из кухни. Говорю, пожалуйста, отойдите подальше. Я надеваю перчатки, вот так вот брызгаю и ухожу за 15 минут, чтобы вот не дышать. Жалко, этим. Что у тебя нет противогаза в этот момент, да? Ты бы его тоже надела. Можно было бы еще, действительно. И вот, ты посмотри, оказывается, слушай, запаха никакого вообще нет. А его и быть не может, потому что это разработка компании LG. Все на основе пищевой соды. На основе. Никаких поверхностно-активных веществ и добавок здесь нет. Заканчиваем работу с помощью чудо-тряпки, которую, я надеюсь, не тоже у нас сегодня даже представлена. Посмотрите, эксклюзивная формула, которую разработала компания LG, дает нам возможность вот так вот почистить нашу плиту. Мы с вами помним, что раньше пищевой содой наши бабушки пользовались. Я тещу до сих пор так делаю. И все было очень чисто. А теперь посмотрите, это новые технологии на основе старых традиций. И вот мы видим результат. Все на ваших глазах, все в прямом эфире. На самом деле, все за одну минуту. Да, на самом деле я бы, наверное, даже и соды побоялась, потому что все-таки она царапает. А здесь, посмотрите, во-первых, это пенная такая штучка, которая абсолютно средство наше хорошо растворяется. И все, все растворяется буквально на ваших глазах. Две бутылки по 500 миллилитров. Представляете, у нас обновленный объем, целый литр. Вам хватит больше, чем на год. И все это за несколько секунд растворяется. Стоит сегодня 990 рублей. Берите прямо сейчас, пока эти средства есть. Ну и, конечно, перейдем к тому. Наташа, ты мне перед эфиром спросила, а справится ли это средство с нагаром? Да, мы выбрасываем наши кастрюли, если у нас появляется вот такой нагар. Я вам покажу, как не выбрасывать. Вот прямо сейчас половину кастрюли я обработала. И вот вы видите. Уже видно, посмотри. А мы сейчас посмотрим более детально. Я провожу один раз, и кастрюля дно блестит, как зеркало. Посмотрите. Просто как зеркало. Всего один провод губкой. И ты обратила, наверное, внимание, я даже не ждала долго, пока да, ты вообще не ждала. Прямо за секунду мы с тобой видим результат. Прямо сейчас. Вы это прямой эфир. Что творится? Вот это да! На ваших глазах действительно происходит волшебство. И все это волшебство будет в вашем доме, если вы сделаете заказ прямо сейчас. Эксклюзивный бренд и, конечно же, эксклюзивная цена на корейскую бытовую косметику. 990 рублей. У нас две бутыли по 500 миллилитров. А посмотрите, как мы мало начинаем использовать. Так, ну что, мы переходим дальше. Обязательно. А вот теперь самое важное. Да. Если вы раньше покупали отдельные средства для своей посуды, конечно, которой вы отдельно пользуетесь, именно потому для что оно должно быть безаллергенно, да, потому что мы же будем кушать из этой посуды, мы будем готовить и кушать, то сейчас та же самая бутылочка, так, которая работала с нашей плитой, она же будет работать и с нашим блюдом, там, где мы с тобой запекаем курицу. Ой, вот как посмотрите, классно, наконец-то. Вот результат работы нашего повара Оли Демидова. И мы сейчас поправим эту дикую ситуацию. Вот вы уже видите, как схватывается средство, как оно забирает на себя загрязнение. И вот прямо сейчас мы с тобой берем и одним легким движением руки избавляем это блюдо. Я в шоке просто. Как такое может быть? Ты буквально не ждешь. Я хочу, потому что у меня, конечно же, есть проблемы со сковородками и с кастрюлями. А как же противень, который я замучилась уже драть? А нашу плиту, когда вечно от того, чтобы избавиться, да, пожарили один раз курицу, и еще полчаса стоим, драем эту плиту. А микроволновку? И все это требует уйму времени, а у нас его, ну, действительно катастрофически мало. Хочется все время побыть с детьми. Мне, по крайней мере. А здесь у нас все очищается за несколько секунд, даже не минут. И стоит это волшебное средство сегодня 990 рублей. Номер лота для заказа 17-428. Хотите, чтобы ваша кухня и не только была идеальная? Тогда, конечно же, это абсолютно новый вариант. Кстати, у нас обновленный объем. Раньше это было 800 миллилитров, а теперь целый литр. Плюс 200 грамм, а это неплохо. Ну что, наверное, идем к самому сложному. Это духовка. На самом деле, вот вы обратили внимание сейчас духовку. Я ее уже побрызгала, она вся заляпана пальцами, ну, потому что повара у нас работают, и все это, конечно, всегда а это видно. А прям вот грязь видно, посмотри, как стекает. Видно все. Грязь, видно все заляпанное пальцами, да, видно жир, все прекрасно видно. А теперь обратите внимание, я уже набрызгала, и специально стою, жду, и вы видите, что очень-очень медленно эта пена начинает свое движение. То есть она вот не стекает бесполезно. Хорошо. Обычно как мы поступаем? Мы только забрызгали, а ну раз, уже все и на полу, а мы еще сами не успели даже приступить к уборке. Да, мы теряем это средство. Нет, сейчас оно у нас
нас здесь с тобой вместе. Посмотрите, я опять-таки буду просто проводить. Я не буду ни шкрябать, таких нет, ни чистить. Я не буду ничего особенно делать, каких-то специальных движений, специальных губок и средств. Посмотрите, разные поверхности. Все наши отпечатки пальцев преступников, поваров мы с тобой удаляем. И ничего не царапает, да, что очень важно. Ни стекло не царапает. Это стеклокерамика, да. Это металл. Мы с тобой работаем одной и той же губкой, одним и тем же средством. И перчаток. Вот что мне больше всего радует. И все это голыми руками. А теперь обратите внимание. Вот, видите, пена у меня на руках. Я ее не боюсь. Я прекрасно понимаю, что она безопасна абсолютно. Вполне себе полезна. Это самая настоящая пищевая сода.